Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Москву, добро пожаловать на восток нашей столицы, на стадион «Спартаковец». И это «Родина-2» «Динамо Брянск» и «Динамо» Данила Чувасов. Поехали, дамы и господа! Пикатов заходит уже в штрафную, сзади Юдинцев выбирает его. Пикатов хорошо, удар в ближний. И первый сейв в исполнении Данила Баринова. Отличный проход от Дмитрия Пикатова. Ждет, пока Юдинцев забежит. Вот он и Юдинцев. Тут же перед ним Катаев. Подача! И хороший эпизод. Давайте с этой камеры посмотрим. Но это, мне кажется, такое. Возвращается он брянскому «Динамо». Но это либо фэрплей такой, либо что. Молчанов. На эмоциях здесь Молчанов. Как пошел. Удар какой хороший в его исполнении. А не первый ли это в створ у нас удар сегодня? Дальше Молчанов. Дальше Пикатов. Забегает Драгунов под него. Прострел вдоль ворот. И снова Баринов это все забирает. Могут очень быстро футболисты брянской команды в атаку убираться. Мараев на Пикатова. Пикатов на Лопатина. Лопатин забивает, но положение вне игры здесь. Тоже Лопатин чуть-чуть раньше рванул, чем это надо было. Что там? Шадринцев чисто отбирает. Голдобин. Подсказывал Шадринцеву активно. Не фали, не фали. Саламаха как-то забыли про него. И Саламаха удар. Чувасов, ой-ой-ой. И будет. Будет засчитан этот гол. 1-0. Вот давайте отсюда смотреть. Саламаха бьет. Чувасов нет. Он не фиксирует здесь мяч. Он не фиксирует здесь мяч. Вот с этого ракурса будет еще лучше видно. Нет, нет, нет. Это нет. И Шилов, еще момент у него, бежать, бежать изо всех можно здесь. Шилов то ли простреливал, то ли бил, скорее бил, и в итоге Голдобин бить, судя по всему, будет. Хороший удар, еще один удар, Голдобин здесь классно бил. Но чуть позже Голдобин может второй забивать, перебросить хотел аккуратно, Чувасов на месте. Авангард с Металлургом вечером в 18:30 играет. Шилов какой второй тайм в его исполнении. Голдобин под удар. Это явный перевод. Голдобин. Хорошо. Голдобин принимает. И в центр передача. Шилов можно было точку ставить, но нет. На месте Чувасов. И вот, пожалуйста, убойный, конечно, у хозяев момент. И уже возмущается скамейка Родины. Дескать, пора свистеть. Нарушение правил. И все. Финальный свисток. Это крайне неожиданный результат. 1-0. Родина 2 выигрывает благодаря голу Данила Шилова.